Друзья, всем привет! Сегодня вот собрал я в кучу, пришли посылки, все они однотипные, вот я их дождался, все они вскрыты у меня. И будет такой коротенький обзор на заварочные вот такие штучки. Сейчас я их быстро достану и покажу вам. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот гора вот таких приспособлений для заваривания в чай. Вот. Приходили они постепенно, я вот накопил всех. И теперь вам покажу. Вот, заказал я в подарок. Этот обзор будет интересен для любителей чая, а чай любят все. Вот, так что вот, смотрите. Вот первая будет у нас такая нотка. Сюда закладываем заварку. Закрываем. И цепляем за стакан. Есть такая черная и вот белая. Аналогичная. Такой лебедь. Потом вот это вот, наверное, уже побольше. Можно и заварочный чайник силиконовый. Силиконовая. Продавец уверяет, что это пищевой силикон. Такая вот красивая, яркая. Потом вот пластиковая. Тоже вот сюда заварку сыпите. На стакан одеваете. И все. И он у вас заваривается. Просто вытаскиваете. И три металлические. Вот такая вот сеточка. Потом в виде сердечка здесь поменьше, но механизм тот же. И вот такая типа ложечки, можно сахар помешать. Тоже вот так вот. Открываете, заварочку насыпаете и закрываете. Вот такой сегодня коротенький обзор. Ссылочки будут внизу в описании. На все товары пройдете, посмотрите, там есть и разные конфигурации. Вот. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Здесь два светодиода, один питание, один Bluetooth. Показываю, что подключено. Нет, там разные сигналы. Инструкции почему-то не было. Ну, я думаю, никаких проблем не будет при подключении. Вот, подключил. Здесь тоже пластик. Стоит он, конечно, копейки. Сделано из металла, вот посмотрите, как блестит. Очень классно. И здесь как-то я...